Йося, быстрей. Скажите, пожалуйста, чем? Иду, я Йося искала. Наташ. Типа меня, искала. Типа меня, да. Ага. Сама из туалета выбежала. Постоянно. Ромашенька, ты что лежишь? Фрукты будешь? Фрукты будешь? А что еще делать, когда грыжа выползла? Скажи, о, пожалуйста. Потемки, тебе свет специально выключили? Да, телефончики убираем, телефончики сдаем. Телефончики сдаем. Ром, спи, спи. Грыжа выползла, грыжа. Ё-моё, как темно-то. Ау. Телефончики убираем, говорю, телефончики сдаем. Так. Быстренько телефончики сдаем. Администратор. Нет. Ромаш, покажи свою мордочку. Ром, я устал. Ром, сегодня знаете, во сколько встал? 8:30. Ром. Спать хочу, грыжа. Спи. Я буду охранять твой сон. Баю, баюшки, баю. Все, не будем Рому беспокоить. Так, ребятули, вот, собственно, Димасик, ему 22, даже несмотря на то, что с лица ему 46, ребят, несмотря на то, что с лица 46, вы должны к нему прийти, горбушку, Дим. Вы должны к нему прийти и построить с ним отношения, потому что у него есть свой комбайн. И не свой комбайн, трактор, три куры, короче, 6 овц и 5 этих. Козлов. Коз, короче. Ребята, ходите в большую, необъятную, так скажем, ферму, вот к нему. Приходите. Димасик просто машина. Таких парней больше нет. Настоящий мужик. Не то, что сладуськи. Что? Марин. А чё тебе это щеки такие большие стали? Да, еще больше, чем были вчера. Ну. Пусть растут. Как девушки делают себе селфи? Я вообще-то поздравляю подружку. Сначала причесываются, потом ставят губки бантиком, а потом спокойно делают. Иди делай. Марина, что ты любишь делать? Я поздравляю подружку с днем рождения, у меня мало времени. Поковыряйся еще раз нас. Вы посмотрите на эту дуру, чем она ест. Вы понимаете? Печеньками. Она ест печеньками чужую еду. Ну вот как это? Б. Голод. Греть тебя по башке, может, у тебя в таком случае на место встанут. Вот поэтому от вас мужчины и бегут. Ты огреваешь, она орет. А ты знаешь, мой от меня не убежит, потому что мама не позволит. Настя, я помню сториз, где Юля тебя называла глупой. Почему она тебя считает глупой? Дурак, потому что не ее называла глупой. Слышишь звон, ты не знаешь, где он. Да ты всех называешь глупой. Друзья, кто не знал, это Леонид. Дмитрий Леонидович. Да, он хотел сказать пару слов. Передаю привет всем ледрюгам. Ребята, кто не хочет работать, тот идет на дом 2. Чего?
Больно, как он снялся просто с этого? Оль. Ёсь, вам хат, иди, Ёсь. Иди вам хат. Наташа, мне куда-то пошёл, Ром. Блядь, сколько может себе там тебя пить? Да никуда меня не берут. Что ж такое? У тебя нет столько денежек, как у Оли будет. Юль. Скажи, как Ёсь, давно ты Хватит выпрашивать у меня чаевые. Как давно ты перестала материться? Чаевые, Юль. Человек либо заслуживает, либо нет. А клянчить это некрасиво. Юль, как давно ты перестала материться? Я вообще-то, в отличие от тебя, девушка приличная. Я матерных слов вообще не знаю.